Телефонный звонок, значит, в расположении части. Телефон надрывается, никто не подходит. Мимо шел солдат. Ну и решил поднять трубку. Взял. Оттуда голос спрашивает его: «Скажите, пожалуйста, сколько у вас в расположении части служебных «Волг»?» Он говорит: «Две. Одна в ремонте, а на другой ездит этот старый мудак Пилипов». «А кто такой Пилипов?» Он говорит: «Это наш командир части». «А вы знаете, с кем вы разговариваете?» Он говорит: «Нет». «Это командир части Пилипов». Он говорит: «А вы знаете, с кем вы разговариваете?» «Нет». «Ну тогда до свидания, старый мудак Пилипов».